двигается с Россией мусульманский мир не может ни в шиитском, ни в суннитском варианте. Но сегодня возникает главное, сегодня возникает субъект международного права, субъект политической игры, субъект исторического процесса, политический ислам, не привязанный к какому-то национальному государству. То есть массовое движение вооруженной оппозиции мировому порядку, которое сейчас символизируется в лице Асада. Асад же это только эмблема, его не надо снимать. Его надо, так сказать, мочить, как некий символ, как некую, так сказать, резиновую фигуру черта с рогами, которого надо спускаться и бить там биты в перерывах. Вот, поэтому с ним так долго возится, что он важен и полезен в качестве объекта собирания людей вокруг этой цели. Да? И вот сегодня 90% всех выступлений и разговоров на кухне о политике, они всегда задевают мусульман и имеют в виду мусульман.